Ну что смотрите? Лайк будете ставить? Подписки тоже, про подписки не забываем, ссылка-то в описании, а? А комментировать? Я не понял, быстро коммент оставил. И 5000 лайков быстро на ролике. Давайте. Идем смотреть. Пацаны. У меня, короче, к вам дело есть, а? Давайте попозже. Тихо. Марья Васильевна слышит все, она слышит. Ладно, давайте после урока в туалете, а? Давайте, да, давай, сама, хорошо. Давай, сейчас уже звонок будет. Давай, подождем. Подождем. О, можно идти. Давай, конец рака. Давай, короче, в туалет. Давай, ну тут можно же базарить ходосо, понимаешь? Если мы можем уже договаривать, если урок не идет. Так, давай, тихо. Пончик, поесть. Смотрите, кто-то накакал в чашку. Кучашку, я не понимаю. А мне интересно, что тут наделали в этом ведре, а? Это пончик, я... Пончик? Фу, это не пончик, мне кажется, это не пончик. Ладно, короче, пацаны. Игорь, потерпи немного, потерпи, а? Я поэтому вас и собрал. Короче, у меня есть дело. Бухать сегодня, пацаны. Вот 12 часов ночи у меня на хате, а? Пончики. Вот ты принеси пончики. Иди в жопу со своими пончиками, подожди. А родители будут? Они, короче, уехали, я сам дома. А бургеры? Да принеси сам, короче, что хочешь, а? А можно я принесу бургеры и пончики? Можно. Игорюня. А еще салаты можно? Да хоть что принеси. С майонезом. С майонезом? Ты так жирный. И с кетчупом. Как свою голову. А ты тупой. Это не важно. Игорь, тебя, короче, ящик пива Андрея, а? Ну ладно, я найду человека, который нам предоставит это. Все, короче, все поняли, в 12 меня на хате, жду вас. Ну, я пончики, бургеры возьму, хорошо? Хорошо, давайте. Давайте, пойдемте на урок. Давай. Ой, Эдисон, вы пришли. О, братухи, здрасте, садитесь. Я принес самое главное. Оно. О, вот это дело, вот это. Я принес, смотрите, не было пончиков и бургеров, я принес стейк. Сойдет. Короче, садитесь. Кажется, это дело нужно отметить, то, что мы собрались все вместе. Все мы собрались, я не понимаю вообще. А у меня, короче, тут дело для вас есть, пацаны. Я уже много времени подготавливаюсь, и настал тот день, когда я сегодня сломаю порно-сайт, прикиньте. Да ладно. Офигеть, порно-сайт. Там прям девочки? Все там будет, все. Че? А нафига нам это надо? Ну, король, как это надо? Ну там будет HD качество видео, премиум подписки. HD? Просмотры всех видео. Всех. Даже те, что закрыты доступом? Даже тех, наш сайт будет полностью наш, прикиньте. За это нужно бахнуть. Бахнуть, пацаны. Если бы мы попали игру World of Warcraft. Как? Мы не дети, Игорь, мы не дети. Какой World of Warcraft? Порносайт это самое то. Какой Игорь задрот. Пацаны, бухнем, конечно бухнем, давайте. Ура, за встречу, давайте. Короче, пацаны, я предлагаю начать наше дело. Все готовы? Да. Это прям момент, я... Что нам нужно делать? А вы, короче, посидите на диване, там, не знаю, на шухере, там, послушайте, может, кто-то в коридоре ходить будет, там, не знаю, посидите. Ну, садимся, говорю, ля. Да. Я, короче, начинаю взламы. Все, вы там стойте. Ну что, Игорь, что он будет делать? Ну, я не знаю. Давай нацию. Нашу? Нацию. Ну, давай. Сука, твою мать, сука, шмалим дур, курим шмаль, дуем куку, пиво пьем, косяки продаем. Кто продает? Мы продаем. Кто продает? Мы продаем. Добиваем, продаем. Пацаны, хватит, тихо, там я уже почти сломал, не мешайте мне, а. Ладно. Так, еще шипинцы. Конечно, понравилось, только тихо там, не мешайте. Так, финальная кнопка. Сломал, пацаны, сломал! Все наши видео! Да, всем бесплатные премиум подписки, пацаны, дарю! Давай, а где? Сейчас, вы это слышали, что это было? Ну, постой, я сейчас посмотрю, кто там. Кто это? О, пацаны, лучше сидеть дома, лучше не выходите, я разберу. Что там такое, я не понимаю. Подождите меня, что там такое? Попалили нас, сейчас вязать будут. Начальник, мы не виноваты, начальник. Эд, да, я хотел взломать игру гордо. Да, прячься, Игорь,
мама меня убьет! Повязали! Пончики, пончики, главное! Что нам делать? Что нам делать? Пацаны, раз мы все сюда залетели, не переживайте, мы придумаем план. Мы все... Это ты во всем виноват! Слышь, жирдяй, тихо да побудь, а? Я знаю. Я бы водил, нужно было взламывать воду в Майнкрафт. Она была вообще... Мам, я не поймёт, я не преступник. Все мы накосячили, давайте садитесь. В чем мы накосячили, а? Ну вот. Слушай, жирный, а, короче, все мы сюда попали, и всем нам нужно отсюда выбираться, поэтому будем составлять план побега. Начиная с этого момента, нужно думать, как выбраться с этой вонючей тюрьмы. Все согласны? Да. Мама. Поэтому сейчас ночь, я предлагаю выспаться, а завтра с утра на свежую башку начать придумывать план побега. Да. Я спать, давай. Я ничего не знаю. Придумайте с вами свои планы побега. Ладно, я тебе еще мозги промою. Игорь, давай спать, короче. Денек, конечно, удался. Лайки-лайки не забудут поставить. Да спи ты уже нафиг. Ки-лайки, подписки. Лайки-лайки, все хорошо. Да и подписки, пацаны, ки-лайки. Ссылочки же в описании, а. Надо подписываться и писать комментарии. Ну, комментарии это да. Что самое главное, положительные. На них мы будем отвечать всегда. А еще, надо собрать 5000 лайков. Ну, да, конечно, а что ты думаешь, а? Следующая серия должна же выйти. Смотрите, с кем я живу. Они разговаривают сами с собой. Во сне. Жирно, ты вообще там спи, а? Короче, все, давай. Ну, пока. Давай, все. Да, пока. Арбузы.